Юрий Григорьевич – специалист высокого уровня. Так отзываются о нем коллеги. 3 года назад переехал из Ростова-на-Дону в Одинцово. Теперь управляет автогрейдером. Зима для него – горячий сезон. На линию выходит в 5 утра, чтобы сделать город чистым. Практически это сердце уборки, потому что он идет с самого первой очереди. С тротуаров снимает снег, формирует вал. После грейдера идут ручки золотые, как кто-то говорит, и начинается основная погрузка. Спецтехнику как женщину нужно чувствовать, говорит Юрий Григорьевич. 10 рычагов управления, запаркованные улицы и дворы. Работа у дорожников сложная, требует не только внимания, но и терпения. Надо навык очень такой чувствительный, я бы сказал, чувствительный. Потому что хоть возьми на большой машине по городу, представляете, куча машин, и ты едешь на такой машине. Ты же вообще на ней не замечаешь, кто там едет. В Одинцовском округе 778 дорог. Их протяженность более 660 километров. К зимнему сезону дорожные службы готовы. Техника в исправном состоянии. Противогололедные реагенты закуплены. А пока в ожидании снегопадов можно сделать паузу. Повод важный. Профессиональный праздник. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».